У нас в студии интереснейшие гости. Ульяна Пустошинская, Магнитогорская картинная галерея. Насколько я знаю, у вас планируется что-то грандиозное к наступающей христианской Пасхе. Да, абсолютно верно. Я бы не сказала, что очень сильно грандиозное, но в этом году мы подумали, что очень много горожан к нам приходят в галерею с просьбой научить их чему-то. Очень хотят люди приобретать новые навыки. И в этом году очень замечательно мы соединились с Горным институтом, университетом, с факультетом изобразительного искусства и дизайна, лаборатории народного творчества и подготовили целую программу, действительно пасхальную программу, даже не столько, наверное, образовательную, сколько именно обучающую. В этой программе люди смогут научиться расписывать настоящие писанки, потому что каждый из нас, насколько бы часто он ходил или не ходил в храм, праздник Пасхи встречает, это действительно самый светлый, самый радостный праздник. И каждый из нас от мала до велика стремится этот праздник украсить для себя. Простите мне мой дилетантизм, что такое писанка? Писанка – это яйцо, которое расписывается именно в традициях, правильно, кисткой, воском, разными цветами. То есть там достаточно сложная технология. То есть вот кинуть яйцо в шелуху, в луковую, это не писанка? Это не писанка, это просто выкрашенное яйцо в луковой шелухе. Писанку делать достаточно долго, то есть на роспись одного яйца уходит примерно около часа, чтобы выполнить его действительно в традициях. Но не только это подготовили мы и мастера, которые будут рядом с нами, еще множество различных мастер-классов и для маленьких детей будут они интересны. И для взрослых они будут интересны, и роспись имбирных пряников, которыми можно будет куличик, да, где-то заменить или подукрасить куличик рядышком, допустим. Но еще мы наполняем это мероприятие выставкой из наших фондов, будет она называться «Великое воскресенье». И плюс еще ко всему прочему, мы будем говорить о традициях. Именно о традициях праздника Пасхи, о традициях подготовки к празднику. Потому что традиционно яйца расписывались в четверг. У нас же этот праздник мы разделили на два дня, чтобы у людей была возможность чистый четверг все-таки привести себя и свое жилье в порядок. В среду у нас будет первая часть. Мы ждем наших посетителей с 3 до 8 вечера. И в субботу, чтобы успеть все-таки ухватить последний момент выходного дня, с часу до 6 мы тоже ждем наших посетителей прийти, научиться, сделать, выполнить и пойти в храм, чтобы осветить свои изделия и чтобы они дарили именно этот свет в течение всего года. Потому что писанки настоящие хранятся в доме год. Их не кушают, их хранят именно как символ. Как произведение искусства. Фактически, да, их хранят дома как символ именно вот такого света. Великого праздника. Ульяна Александровна, насколько я знаю, у вас планируется в ближайшие несколько недель уже ставшее традиционным для нашего города культурное мероприятие, как называемая Ночь искусств. Ночь в музее. Ночь в музее, да, Ночь в музее. И в преддверии вот этого мероприятия, то есть, ну, какие-то текущие события сейчас, то есть, в ожидании ночи в музее, что мы можем увидеть в картинной галерее? То есть, в перерывах между Пасхой и ночью в музее. Конечно, у нас уже сейчас начинается переоборудование выставок, то есть смена экспозиций. Смена экспозиций, именно подготовка к ночи. У нас буквально на этой неделе будут открываться две выставки. Это детская выставка арт-студии «Крылья». Детки от 4 до 11 лет представят на суд свои гуашевые работы. И выставка, отчетная выставка фотоклуба «Росарт». Она у нас уже тоже традиционная весенняя выставка фотоклуба. Ну, также у нас работает выставка «Музей шоколада Николя» из Симферополя. Она достаточно долго у нас еще пробудет, фактически до самого конца мая. Ну, а про ночь в музее могу сказать, что тема у нас задана достаточно серьезная, актуальная для этого года.
И очень неожиданно для нас коллективы просто вот взрывают нам все площадки. Тема будет «Играем в кино». К году кино. Год кино? Да, году кино. Но останавливаться только на российском кино для нас несколько проблематично. То есть мы немножечко расширили тему. Мы берем, в принципе, кинематограф как таковой и историю кино. И наполнение у нас очень много новых коллективов. Есть традиционные коллективы, которые с нами всегда. Есть и коллективы, и центры, которые к нам подсоединяются именно вот благодаря этой теме. Ну, например, детских площадок будет уже 3, а не одна. Будет традиционная суть вещей. Наши мастер-классы, к нам подсоединяется центр развития творчества «Let's Go». Площадка, где можно будет поиграть в Лего, и там будет секрет, пока раскрывать его зрителям не буду. Это большой-большой сюрприз. Мы готовим фотозоны, у нас будут наши магнитогорские режиссеры. Мы будем показывать фильмы наших магнитогорских режиссеров. Ну и, конечно, музыка. Кино без музыки – это не кино. И даже Чарли Чаплин начинал именно с музыкального, да, сопровождения своих фильмов. Поэтому очень насыщенная программа. Очень насыщенная, очень интересная. Ну и цена билета будет в этом году снижена в связи с несколькими проблемами у населения. Мы решили пойти навстречу и дать возможность людям действительно культурно насладиться, можно даже сказать, культурно оторваться в хорошем понимании этого слова на ночи в музее. Ульяна Александровна, и когда? 14 мая с 6 до 12 ждем наших посетителей постоянных и новых, и молодых, и самых маленьких, любых возрастов. Большое спасибо. Дорогие друзья, а я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Ульяна Александровна Пустошинская из Магнитогорской картинной галереи. Большое спасибо, что нашли время и заглянули к нам, и поделились с нами такой интересной, позитивной, можно сказать, информацией, и приоткрыли нам секретное окно в мир искусства. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся и поговорим о новых, не менее интересных культурных событиях. Спасибо. И вам спасибо. Встречайте весну с Магнитогорской картинной галереей.